Добрый день, дорогие мои друзья, с вами Светлана. Я живу в Воронежской области. Перед вами персик, который я вырастила из косточки. Сейчас я вам покажу, какие плоды на нем выросли и сколько весит самый большой плод. Оставайтесь с нами. Как вы думаете, что я сейчас буду делать с этим персиком? Резать? Не угадали. Какая вкуснота. Вот. Какая вкуснота, ребята. Невозможно оторваться. Ну все, пока-пока. До новых встреч.